Мерси, благодарю тебе, спасибо, что ты есть. Короче, условия какие? Условия, ну, простые. Если я за 1,5 часа не нахожу алмаз, не добываю, то я рандомно... Слоки активирует О! боевой комплект за О! 200 рублей. Вот это уже по-нашему спасибо. Если я, ну, не нахожу алмаз за 1,5 часа, то я выдаю рандомному человеку модерку в чате. Чтоб все было по-честному. Я самый честный стример. То, что меня называют пидорасом, это все хейтеры. Играем исключительно на честных основах. Через час мод доната не озвучивается. А мне модерка будет? М? За прошлые разы. А нет. Я тебе помогу пройти? М? Пока что нет. Ты проиграл, ну, все равно. Пока что нет, я с тобой пока что не дружу особо. А сколько синяник в чате стоит? О, ну тут вопрос, конечно, идет сразу такой ко мне, да, если что, я здесь решаю эти вопросы. Ебало, закрой, дружище. Я в намек твой понял. Сейчас хоп, и алмазик, и все. Ой, блядь. Марс Локи активирует удалить предмет в руке за 4. Да, тебе 1,5 недели надо на алмаз. Сучка. Ой, тут Яндель. Мама, Яшу, видишь? О, золото. Предвестник алмазной руды. Сюда. А где Богдан? Дай Богдану поиграть. Иди сюда. Да, привет всем, пацаны. Я не хочу в эту игру играть. Я уже сегодня играл. Не хочу, пожалуйста, не надо. Если мне скажете, ну, там, 5000 продадите, то я поляю. Сейчас я не хочу. Все, давайте, я продажный. У меня же алмаз сейчас будет смотреть. One Piece активирует удалить предмет в руке за 400 рублей. Сука. Активирует случайные мобы. Нету модерки, нету помощи. Сколько можно ждать операцию в КС-ке? А ждать не нужно. Операция Jungle Blade на Epic Drop — это лучшее, что могло с тобой произойти. Почему? Да потому что операция стоит 600 рублей, но для тебя по специальной ссылочке снизу она бесплатная. Экономия на ровном месте. Да потому что первый квест операции — это подписка на соцсети, открытие бесплатного кейса и прочая легчайшая хрень. Да потому что уже за 15-й квест ты получишь случайное тайное АВП, за 30-й и 45-й перчатки, а за 60-й последний квест операции ты получишь гарантированный бесплатный нож. Операция продлится всю весну. Прогресс квестов сохраняется. Выполнять задания можно хоть каждый день. Поэтому советую начать тебе прямо сейчас. Ссылочка находится снизу. Активирует железный голем за 200 рублей. Генератор тебе, жопу, генератор тебе, жопу, генератор тебе, жопу, генератор тебе, в жопу, генератор тебе, в жопу. В рот, сука. Знак, это дырка, собака, вопросительный знак, вот собака, вопросительный знак, собака, вопросительный знак, собака, вопросительный знак, амперс... Почему я лестницу не сделал? Сами нахер. Ладно, удачно пособирать донатиков с мамонтов в майне. Сам ты мамонт, не говори на пацанов нормальных такие вещи, лох. О, ты шо, ты она спасла твою жизнь, Радёмочка. Тихо. One Piece активирует привет. Ловушка Что из думаешь паутины насчет за 250 Дима? Дима? Рублей. Димачкон еще и любит Тойоту. Паутина — это просто спасительный круг. Сейчас. О, лёй, шапка от петуха. Опа. Кто-то только что соснул. Жмышенко опять впереди планеты всей. Нет. А вот бы с моей помощью сейчас бы нашел алмазик, и у меня была бы модерка. Модерка, она не продается. Ее нужно заслужить. 25 тысяч, давай. Понимаешь?
Модерка — это как дружба. Ее невозможно купить. 25 тысяч, давай, долбоёб. Заткнись. Теперь можно разбить. Сюда. Все. Сука. Блять, сука. Говно, сука. Сосать все равно пройду. Ты если сап поставишь в москвич, его порвет как фольгу от шоколада. Кого, москвич или сап? Клоун. Что такое любовь, когда челухи двинарик? Блять, ты что, не убиваешься, малыш? Блять. Что такое любовь, когда челуху пятнаха? Осуждаю. Да, блять. Ты безобразник, почему ты не одел свои штанцы? Я что, видел, что они у меня в инвентаре, Родёнка? Блять. Женщина любимая и чуть-чуть желанная. Блять, да что ж твою мать ты понагородил? Извини, но ты умрешь. Вот сейчас ты точно умрешь. Если взять один блять. Москвич, мало толку в нем. Да почему, сука, я бить не могу через ту паутину ебучую? Легкий знак БД, амперсант, собака, амперсант, собака, амперсант, точка с запятой, сант, амперсант, 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 амперсант. Блять, да что ж твою мать, походу паутине пизда. Его мать ебал. Сын говна плюс сын матери. Блять! Да какого хуя? Я через эту паутину полчаса прохожу, он за секунды. Боярин Захуарин активирует ловушка из паутины за 250 рублей. Пройди быстрее, говноплюй, собачий хуй. Слышишь, у тебя в жопе говно, по-моему, дай поколупаю. Да один ты. И возьми в руки кинжал, роднёмочка. Блять, да что? Блять! Активируем случайные мобы за 100 рублей. Пи***ь, сука. У меня всё в лаву упало, я твою мать... Сука, Урич активирует уронить наковальню за 150 рублей. Бля, ты упал. Блять, да заебал ты так прыгать, говно! Час остался. Блять, чуть-чуть паутинки надо пацану хапануть. Ба ты меткий. Блять, я не понимаю, я попаду на нее или нет? Прокопай, чтобы вода туда потекла. В натуре. Милана Романова активирует шестерский комплект за 200 рублей. Где? О, Миланочка, спасибо, любимая. Что случилось?
Не могу его бить, когда он в паутине стоит. Как я... Мастер активирует голосовое уничтожение за 2000 рублей. Ах ты тварь, сука! Ублюдок! Да хули такой сильный? Этого не могу. Создать нам ловушку за 750. Что, блять, это такое? Алмазная. Алмазы. Кто-то мне алмазную одежду дал, братья. Спасибо, ребята. Чё сегодня, говно? Сейчас я жду дебаф, пока спадет. 4 секунды, я не могу стены ломать. Дедуля, привет. С днем рождения. Спасибо. Скажи, пожалуйста, это нормально, что мне нравится нюхать жопы бродячих собак. Сука. Блять, заебал этот шахтерский дебаф. Все, сука, в инвентаре крутится, понимаешь? Я не могу выбрать ничего. Ой, выше, по-моему. Да, блядь, поднимись, а ты чё издеваешься? Из паутины. Да умри ты, девочка, чё стоишь? Всё. Денис Сукачев активирует случайное животное за 100 рублей. Денчик, соси, лох. Марс Локи активирует самоуничтожение за 2000 рублей. Хуйло ты, ёбаная! Я уже почти, сука, дошел, тварина! Хуйло ты, не человек! Вот кто ты! Все, Нижний Бартовс, приветствуйте меня. О, так тут все осталось. Ну чё, Марзелоти, опять соснул? Гуси-гуси, да, есть, хотите? Я. Ну чё ты, скуксился, да, Родёмочка? Марзелоти активирует начистить инвентарь и убить за 7999 рублей. Не поднимай, дебил, блядь. Сука, ёб, ты чё вообще сумасшедший? 8000! Алло, ты не спишь? Ко мне мамонт опять пришел. Я вот даю как могу, родная. Да. Мамонт пришел. Представляешь, 8000 сейчас кинул. Да. В Майнкрафте. На меня кувалда упала за 8000. Представляешь? Марсел Атис Интексы. Тебя сегодня КамАЗ собьет КСТ. Милана Романова активирует шахтерский комплект за 200 рублей. Спасибо, любимая. Спасибо, зайчонок. Вот это я понимаю, блин. Спасибо большое, Родёмочка. Да чё, Марзелоти, трясёшься уже, да? А? Яша где-то тут. Марзелоти, сука, какой паскудник, а? Ну ёб твою мать! Марзелоти активирует за 2000 рублей. Блять, ну мутант, а? Это пиздец. Хуй тебе, все равно я справлюсь. Алмазы повыше могут быть. Марселот активирует магма крипер за 1200 рублей. Ой, блять, какая сука. Активирует шахтерский дебаф за 250 рублей. Да. Вытечет, нет? Сука. Пошел по комнате, демон. Марс Локи активирует. Да ебаный рот! Пошел по комнате, демон. Сука, ты...
провода. Если он не заправится, то я не знаю, когда вы выдержал и вообще взял его. Я люблю, кстати, моего братишку с Чапрео имени, как вы все крутые. Ордена, который ничего мне не сделал. Клоун! Братан, ты с ума сошел? Валера, расслабься, нет никаких проблем. Сука. Где стою, батя даун? Сука, растерялся и в воду встал. Анатолий Мищенко активирует удалить предмет в руке за 400 рублей. Ёбаный козёл, сука! Сука! Подайте мне, а! Дайте мне кирку, ребята! Дайте кирку, братья! Выручайте, а! Отдайте мне кирку, родные! Из 24. Дайте кирку, братья! Я вас умоляю! Ну дайте, пожалуйста, ребята, блин! Пожалуйста, ребята! Да, Сенная вечеринка активирует шахтерский дебаф за 250 рублей. Ой, козёл, сука. Дайте мне кирку, ребят. Марс активирует службу за 100 рублей. Ну дайте кирку, пацаны, ну пожалуйста, ну прям осталось немножко, а. Я смогу, я справлюсь. Активирует шахтерский комплект за 200 рублей. Спасибо, любимая. 30 кусков за полтора часика, как вкусно. А кто-то еще денчик, как это называли. Ловушка из паутины за 250 рублей. Не понял. Спасибо, блин, ребята. Все, зайка, я сейчас справлюсь. Дубадуб активирует удалить предмет за 400 рублей. Да вы издеваетесь, сука, или чё? 30 кусков за то, чтобы чел попустился еще больше. Ты гений. Экономит время. Вместо того, чтобы сидеть и неделю проходить парашу, можно собирать донаты и плакаться, что не могу пройти. Больше, чем амперсент собака, больше, чем амперсент собака, больше, чем амперсент собака, больше, чем амперсент собака. У меня есть последний выход. Но чат у него лучший. Я знаю, что делать. Последний шанс. Сейчас. У енота нет других забот. Есть орешки и пукать в рот. У сарапки нет других забот. Ты сейчас умрешь, женщина. В смысле, где мои все предметы? Нет, то, что я умер, это понятно. Так, ладно, хорошо. Работаем там по-другому. Я тебе встречать здесь надо или что? Заткнись. Сейчас. Надо найти какую-то такую дырку в земле, чтобы можно было спуститься максимально глубоко и увидеть там сразу алмаз и украсть его. Нихуя себе, вот это технология. Заткнись. У сарапки спасибо, дружище. За 200 рублей. Опа, смотрите. Этот ебанько сейчас я здесь проеду. То, что у него есть. Фиксируйте, кстати, меня Денчик зовут. Так, ладно, не будем самоуничтожение за 2000. Господи, ну посмотрите, что творит говно. Боже, какой козел, ну сука, ля. Все, я уже исчезаю. Я уже не успею, все, ну не успею, времени не хватит, Родюмка. Осталось ровно 2 минуты. Ребята, Артем Александрович активирует шахтерский комплект за 200 рублей. Сделает для тотемов донат меньше, и тебе помогут выжить, люблю. Во, спасибо, кстати, за комплект, во. Как раз понадобился этому человеку, который играет в Майнкрафт. Он долб***,
Ты знал это? Я тебе объяснял, он дебил. Я как Валера Дубчинский. Все, последний шанс у меня остался. Прямо током бью. Если попадается алмаз, я выиграл. Не попадается, все, проиграл. Телепорт мобов к игроку за 1250 рублей. Смотрите, пишите мне бодрку. Все, погнали. Раз, два, три. Александр Жуков. Александр Жуков, пожалуйста, отпиши.